Подожди, Снежан. Вась, вы куда без пакета? Так что, пап, возьми пакет. Дверь держи, она хлопает громко. Вась, куда вы собрались? Проходи, мам. Сейчас пройду. А что пакет не взяли? Папа должен за вами пакет носить. Да. Понятно. Мы прошлое занятие пропустили. Из-за того, что так тихо, громко очень вы там кричите. Из-за того, что у нас Егор тогда отказался идти, и им пришлось вернуться домой. В общем, мы пропустили вторник, и мы не знали, что у нас с четверга перенесли занятие на пятницу, на завтра. В общем, занятие будет завтра, сегодня не будет. Дети довольные. Куда мы теперь поедем? Магазин. Будет для мамы с папой проверка, экзамен, как мы их воспитываем. В магазине. Красиво, да, мамуль? Красиво, да. Мама. Обещали, что ничего просить не будут. Ну, они и не просят. Мы им и так покупаем. Мама, смотри. Это песок сахарный, он у нас есть. Мы уже покупали. Мама, это у нас нету. Егор, ты у меня как с другой планеты, да, Егор? Да. Мы будем... Егор не долго ничего загораживает. Иди сюда ко мне. Ты там все загораживаешь. Он хотел тебе помочь. Мама, можно я буду папе помогать? Ну, ты папу спрашивай. Сосиски. И все. Мама, смотри, сколько мы уже купили. А сколько? Мы немножко купили. Нет, мы много уже купили. Смотри, еще две маленькие. Скромная корзинка. Игрушку нашел? И девчонки. Ну чего нам еще надо? Все, поехали, да. Все? Очень мутно что-то снимает так. А я губ накрасила. Вот. Снежка. Снежок, иди ко мне. Мам, сними, мам. Если как я снижа не губки красить. В магазине, да? Убирай в карман, пойдемте. Вася, убирай в карман. Егор, давай выходи. Так. Вася, Вася, посмотри по сторонам, чтобы не было машин. Снежа, осторожней машины. Не бегайте по дороге. Поход в магазин был привет! Спокойным, да? Привет! Спокойным был? Да. Вели себя хорошо? Да. Да. Чего? Держи, Снеж, картошку сюда. В ножки тебе положу. Только пакет не порви, ладно, с сапогами? Все, пристегиваемся все. Мама, чем-то пукнула. Так. Мам, я пукнула. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это все и запечатлели мы. Лера мне сказала, мама, нужно снять, что вы купите в магазине. Хорошо. Снимаем, что мы купили в магазине. Сейчас с детьми пришлось нам ехать. Потому что мы, как я уже говорила, мы в прошлый раз пропустили занятия в секции. И нас в четверг перенесли на один день, а мы этого не знали. В общем, мы приперлись, а нас не ждали. Мы поехали. Пришлось их с собой в магазин брать. В магазине себя вели хорошо. Мне за них стыдно не было. Ну, так побегали уже потом, когда мы с тележками вышли. А по территории магазина дети вели себя достойно. Ничего не хватали руками, ничего не выклянчивали. В общем, стыдно нам за них не было.
Итак, мы сегодня потратили, Сергей Витальевич сказал, 1500. Что мы купили? Мы купили обычные сосиски. Владимирский стандарт. Детям зефир, потому что шоколад я им... Иногда шоколад покупаю, вот эти вот Аленки маленькие, иногда зефирки. Когда что? Молоко тоже самое обычное. Печенюшки. Это они все время после того, как поедят. Чай с печеньем пьют. Колбасу тоже самое простое мы берем. Ну, смотрим, чтобы было категория А. Колбасе. Тефтели. Тефтели. Мираторг. Самая, наверное, крутая фирма. Подмяла под себя всех. Так. Морковь. Моркови нет в магазине, есть только мытая. Поэтому взяли всего две штучки, потому что мне нужно варить первое. Мы его сегодня доели. Картошку тоже. В этот год мы не стали делать запас. Покупаем вот так. Нужно нам и купили. Своей мы не сажали. У нас огород завален стройматериалами. Так. Яблоки у нас кончились. Там осталось два яблока. Бананы, что вчера покупали, тоже уже почти все съели. В общем, фрукты мы покупаем или каждый день, или через день. Масло сливочное это мы взяли на пробу. Я еще не знаю, что это за масло. Мы его не покупали такое. Попробуем. Это им. Ну, в общем, как я уже говорю, что мы им не покупаем там леденцы, вот эти чупа-чупсы, всякие вкусняшки вот эти красивые, там киндеры. Ну, бывает, конечно, киндер мы им купим, но это не часто. Может быть, даже раза два в год, потому что ничего полезного в них нет. Вот такое мы им часто покупаем. Это смесь сухофруктов. Стоит она, между прочим, не дешевле, чем киндер. Это им на сегодняшний, вот так, по чуть-чуть. Вот зефирки, вот эти сухофруктики. Грильяж также тоже в глазури. Это коту. Это тоже коту. Хлеб. Все. 1500. Ничего особенного, ничего другого. Все, все что остальное. А, еще вот из вредных сыр шоколадный. Это вредное.